И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр, пушистая мордашка Булатик спит. Ну и наша постоянная рубрика «Рыбалка, да-да, я». Календарь рыболова. Ну, на носу у нас такой месяц, как ноябрь. Поэтому узнаем, что в ноябре ловится, как ловится и куда ловится. Вот, ноябрь такой завершающий месяц осени, конец осени, начало зимы, поэтому вот, изменения есть некоторые. Ноябрь. После первых морозов небольшие озера и пруды, заводи крупных водоемов и рек с тихим течением покрываются тонким льдом. Ну да, уже начинает подмораживать. Порой выпадает снег. Обычно до половины месяца морозные дни сменяются теплыми. И тогда образовавшийся лед или совсем исчезает, или становится тонким, чуть прикрытым снегом. Устойчивая морозная погода наступает в конце второй декады. До образования прочного льда всякое ужение рыбы прекращается. Выход на первый неокрепший лед очень опасен. Приступать к ловле со льда можно только, когда его толщина достигнет 5 сантиметров. Запомнили, дорогие мои? Приступать к ловле со льда можно только тогда, когда его толщина достигнет 5 сантиметров. Ну, я не зимний рыбак, но со льдом надо быть аккуратным. Я люблю гулять, я хожу по замерзшим озерам, водоемам. Ну, скажем так, зимней рыбалкой не занимаюсь, но гуляю. И в детстве тоже этим делом промышлял, поэтому как бы немного есть соображения. Ой. Надо быть осторожным, потому что может быть такое, что с утра вы зашли на лед, а в обед не можете выйти, потому что растаял, ну, за день подтаял, ну, в общем. Но и тогда надо быть осторожным. То есть, когда лед 5 сантиметров, всегда надо быть осторожным. Нельзя делать ни одного шага вперед без предварительной проверки прочности льда. Особенно на реках и водоемах с подводными ключами. Ну да, там где ключи, может быть, лед тоньше или промоины. Зимними спортивными снастями по первому льду хорошо ловятся почти все виды рыб. На крупные зимние блесны, судак, щука, крупный окунь. На мелкие блесны, средний окунь, на небольшой глубине, у затонувших корях и трав. Лучше с насадкой червя, мотыля или окуневого глаза. На мормышку с насадкой мотыля, окунь и плотва в тех же местах. Зимними плавочными удочками ловят леща, голавля, плотву, густеру, окуня, ельца и пескаря на глубинах с небольшим течением. Зимними живцовыми удочками щука преимущественно на глубоких местах ловится. Донными удочками налим в ночные часы, на ерша мелкую плотву, а также на куриные кишки. Первые дни ледостава рыба, как правило, берет в течение всего дня. Судак лучше ранним утром и к вечеру до темноты. Успешное ужение в пасмурные дни. Вот. Начинают ловиться льда на прудах, озерах и в заводях крупных водоемов. При благоприятной погоде до ледостава пользуются спиннингом и кружками. Ну да, хорошие результаты дает ловля кружками. Но при низкой температуре она трудна и требует основательной физической подготовки. Продолжается ужение поплавочными удочками. Окуня на малька и плотвы на мотыля. Лучше в озерах. Ну, на спиннинг тоже в около нулевой температуре тяжело ловить, потому как леска вмерзает, кольца на кольцах намерзает. Такой наледь образуется, ну, в общем, около нулевой температуры, близко нулевых температурах не сильно удобно ловить на спиннинг, но тем не менее. То есть ноябрь, как мы видим, не сильно добычливый месяц на рыбалку, потому как лед еще не стал, наледная рыбалка не началась, зимняя рыбалка, так сказать, а летними удочками... Ну, летними снастями, не удочками, летними снастями, правильно сказать, рыба ловится не очень, тем более вот это перестроение самой рыбы, рыба уже ушла на ямы, на
ну, неправильно я опять же выразился, нельзя сказать, что она ушла на ямы. Правильнее было бы сказать, рыба переходит на зимние места обитания. То есть уже закончился выгул, нагул рыбы на летних местах, на кормежке, и она перемещается в более глубокие места уже для зимовки. В зимовальные ямы, и соответственно уже меняется ее, скажем так, распорядок дня и места кормежки. Вот такой вот месяц ноябрь, небольшой видосик получился. Вот. Потому, как я же говорю, месяц ноябрь не очень добычливый, следующий месяц декабрь, это уже начало зимы. Там тоже, скажем так, уже пойдет речь о зимней рыбалке, но это будет уже в следующем нашем видео. Вы же не забывайте, прожимайте барский лайк, царскую подписочку, подписывайтесь на канал Булат и Ко. С вами, как всегда, был я, Александр, пушистая мордашка Булатик спит. Будем желать вам всего самого наилучшего, пусть ваш род приумножается, чтобы женщины не сохли, мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие, до новых встреч.